имя Гурама Габискирия, судьи всесоюзной категории, президента Сухумского футбольного клуба ЦХУМИ, члена исполкома Федерации футбола Грузии, хорошо известна в спортивных кругах Грузии, России и других стран. Именно по его инициативе 27 августа прошлого года во время перемирия в Сухуми состоялся матч футбольного чемпионата Грузии. Мы пока еще не наступил, хотя есть соглашение. Много работают над этим политики. Но сегодня в Сухуми пришел футбол. Тот долгожданный футбол, где есть возможность у сухумцев 90 минут отключиться от тех ненастий, от тех моментов, которые 12 месяцев давлело над ними. После взятия Сухуми абхазскими и северокавказскими вооруженными формированиями, долгое время ничего не было известно о судьбе и местонахождении Гурама Габискирия. В последние дни появились сведения о том, что он жив и находится в абхазском плену в Гудаута. Подтвердив эту информацию, президент Федерации футбола Грузии Нодар Халкадзе рассказал нам о шагах, предпринимаемых Федерацией для освобождения из плена Гурама Габискирия. Исполком нашей Федерации решил воспользоваться приездом в нашу страну президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина и обратиться к нему с письмом. Федерация футбола Республики Грузии обращается к вам с просьбой использовать все свое влияние и авторитет для освобождения из плена одного из видных деятелей грузинского футбола, господина Гурама Габискирия, которого хорошо знали и ценили также в спортивных и футбольных кругах России. Федерация футбола Грузии, футбольный клуб ЦХУБИ, супруга и дети Гурама Габискирия надеются на то, что вы, Борис Николаевич, не оставите без внимания нашу просьбу. Нам пока неизвестна реакция Бориса Ельцина и работников аппарата президента России на это обращение и послание Нодара Халкадзе. Отметим также, что президент Федерации футбола Грузии отправляет аналогичные обращения и послания в Международную футбольную федерацию ФИФА и Европейскую футбольную ассоциацию УЕФА, а также Федерации футбола России. Что же касается самой команды ЦХУМИ, то, к сожалению, приходится констатировать, что из-за финансовых и иных трудностей команда временно до конца нынешнего футбольного сезона, точнее до июня нынешнего года, прекратила выступление в чемпионате республики. Вице-президент ЦХУМИ Нодар Какулия сообщил нам, что футболисты команды временно отпущены в другие клубы Грузии. Ряд игроков ЦХУМИ успешно выступает в командах Украины и России. В частности, бывший форвард команды, лучший игрок республики сезона 91-92 годов Михаил Дишкариани заключил контракт с именитым киевским «Динамо» сроком на 3 года и отлично выступает в составе ведущей украинской команды. К сожалению, в отсутствии Гурама Габискирия не нашлось никого, кто смог бы сохранить этот всеми любимый в республике футбольный клуб ЦХУМИ из Сухуми. Радикальные цели, да, арабы, сестры, и дамбарцы, и дамбарцы.